Мне надо прояснить. Вижен — искусственный интеллект. Он машина. Значит, не считается. Нет, он поднял молот, но он не человек. Точно, для нас другие правила. Он классный, но искусственный. Спасибо. Кулин поднял молот, пусть камень будет у него. Вижен — надежный хранитель. А в наши дни это уже немало. А если молот будет в лифте? Он поднимется. Но лифт недостоин. Я буду скучать, друзья. Да? Так не уходи. Приходится. Это уже четвертый из камней бесконечности, что объявили за последние годы. Явно не совпадение. Похоже, мы пешки в чьей-то игре, правил которой не знаем. И как только фишки лягут как надо... Скорее кости. Хочешь найти игрока? Найду. Ведь кроме него, все в этом мире объяснимо. У этого парня ноль почтения к труду садовников. Я буду скучать по нему, а ты по мне. Прольем скупую мужскую слезу. Я буду скучать, Таня. Да? Но мне пора взять тайм-аут. Последовать примеру Бартона. Построю ферму, авось никто не взорвет. Простые радости. Ты к этому придешь. Не знаю. Стабильность, семья. Тот, кто о них мечтал, исчез во льдах 75 лет назад. А выбрался кто-то другой. Сам-то как? Я дома. Будешь сверлить взглядом стену или пойдем работать? Да, стена живописная, но... Вы с Тони закончили ворковать? Что-то быстро. Ну, что у нас? Пока, конечно, не команда мечты. Любопытные. Сильные, но одиночки. Для этого мы здесь. Мстители!